Палыч, скажи что-нибудь публике. За Оскаром приходи. Сейчас я, блядь, фашистам покажу. Так, 300 метров. Пиздец, Палыч, номинация на Оскар. Да. Донецк, блядь, 25 сентября. 14.10. Выстрел! Ой, красавчик! Ой, красавчик! Ах, красавчик! Алло, снимай, блядь! Да! Ты кричал Ахакбар. Ахакбар! Видел, как его красиво полетело? Алло. Да, нам что? А давайте, давайте. Мотолыга отрабатывать поехала. Давай. О, бля. Это мы поехали. Куда вы поехали? Ой, алло. Я в крайней трубетажке напротив терминала, я пойду в ебаш. По терминалу, по аэропорту. Да. Нет, я чист, я бью чисто по зданию. Это, крикни, короче, моему там, пускай, а то он пострелять хочет, блядь, пускай придет. Егорка! Егор, иди сюда! А чего, ты автомета хочешь? Не, да ну нахуй с гранатомет, ты че? Может, давай два автомата ему, блядь. Егорка, быстрее, без тебя не справляется, бегом, Егорка! Быстрее! Один автомат бери, один автомат! Свой автомат возьми! Прямо. Блять, нагнинайся. Смотри, видишь, короче, блять, терминал. Вот, видишь здание, прям по зданию стреляй. Все, давай, на счет три. Раз, все, два, давай, пошли. Куда ты отходишь? Здесь меняется. А здесь, смолять, тебе же раз смолять. Опа! Ты хотя бы, короче, блядь! Блядь, опасный какой-то человек! Давай, уходим, уходите! Отходим, отходим! Отходи, я you
колонну. Огонь! Чуть ниже! Она, короче, слышишь, огонь! Она примерно где-то, короче, 30-40 метров сверху, где-то примерно, приблизительно 40-50. Смотри! Чё там? Чё там, Палыч? Туда же, туда же. Заебись? Ещё раз туда же? Огонь! Охуенно отработал! Давай ещё туда же! Не забудь Аллах Акбар крикнуть! Погромче!